Итак, сегодня 10 ноября 2018 года. Зацепили мы за МТЗ плуг трехкорпусной. Есть, там у нас есть несколько участков бесхозных. Надо их вспахать под дисковую борону, чтобы проборонить и осенью засеять клевером. Люцерки не будет. Тимофеевка, в общем, под покос, сенокос маленько сделать или, ну, под зеленку нашим овцам. Сейчас посмотрим, что получится. Сейчас покажу плуг наш, потом поедем. Так, вот плуг в том году купили, заменили или меха, эти полевые доски. В общем, чуть-чуть подделали его. Кажется, этот пахать буду первый раз, так что посмотрим, что получится. Самостоятельно, я имею в виду. Таким я еще не пахал плугом. Ну, сейчас посмотрим, что получится. Сейчас попробуем завести и поедем. Не доворачивает, Серега, я так понимаю. И глубоковато берет.